Инстаграм-предприниматели в Якутске провели вторую благотворительную ярмарку «Сладкий кусочек добра». На этот раз в ней приняли участие около 30 кондитеров, а это больше предыдущего почти в два раза. Каждый участник по итогам ярмарки отдал часть вырученных средств в благотворительный проект известного добровольца Антона Васильева «386 добрых дел». Подробнее в материале Саргаланы Захаровой. Настоящий праздник кондитерского мастерства прошел на благотворительной ярмарке «Сладкий кусочек добра». Торты самых разных размеров и форм, аппетитные капкейки и многое другое представили предприниматели. Первая подобная ярмарка прошла еще в июле. Тогда собрали около 30 тысяч рублей на добрые дела от известного волонтера Антона Васильева. Антон отчитывался и помогал, получается, семьям. Вообще идейным вдохновителем является Мария Васильева. Она популярный кондитер в нашем городе, и сейчас она живет в Москве. На этот раз количество участников увеличилось почти вдвое. Каждый из них направил не меньше 15% от всей выручки на благотворительность. На ярмарке мы встретили и самого Антона Васильева. Главный добряк очень спешил, говорит, как раз проводил уборку на одной из улиц города. Также он рассказал, куда и кому планирует направить собранные средства. Сейчас у меня примерно есть одна семья. Я хочу им снять квартиру. На часть вырученных денег отсюда. Часть, большую часть денег своих положу, а часть отсюда возьму, тоже положу деньги. И сниму им квартиру, поможем. И потом она будет печь самые вкуснейшие блинчики добра. И скоро блины добра будут в продаже. Круглосуточно. Благотворительная ярмарка уже становится традиционной. Появились у нее и постоянные партнеры. С Антоном уже не раз работаем. Мы также проводили мероприятие с компанией «Эйби Холидей». Я там у них приготовила тортик для многодетных и малоимущих семей, получается. По итогам ярмарки собрали порядка 20 тысяч рублей. Несмотря на то, что сумма меньше, чем в первый раз, организаторы настроены позитивно. Они уверены, что даже такая помощь неоценима для тех, кто в ней нуждается. Саргалана Захарова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.